АТВ «Ихсан» представляет. Первое. Всевышний Аллах сказал. Смысл. Ведь Аллаху принадлежит чистая религия. Сура Аз-Зумар, аят 3. Имеется в виду чистое от предания соучастника в поклонении ему. Второе. Пророк, мир ему, говорил. Есть три вещи, которые препятствуют появлению ненависти в сердце мусульманина. Совершение деяний искренне ради Аллаха, наставление власть имущим, нахождение вместе с общиной мусульман. Третье. Хасана спросили об искренности, и он сказал. Я задал вопрос об искренности Хузайфе, и он ответил, что задал этот вопрос пророку, мир ему. Пророк, мир ему, ответил, что спросил об этом ангела Джабраила. Джабраил ответил, что задал этот вопрос превеликому Господу, и он ответил. Искренность — это одна из моих тайн, которую я доверил сердцу раба, которого я возлюбил. Четвертое. Сказано. Если они подумают, что их искренность истинная, то подобная искренность нуждается в искренности. Пятое. Джунайд отмечал. Искренность — это тайна между Аллахом и рабом. О ней не ведает ни ангел, чтобы записать ее, ни сатана, чтобы испортить ее, ни страсть, чтобы отвратить от нее. Шестое. У праведника Сахля спросили, что самое трудное для нафса? Он ответил, это искренность, ибо в ней нет доли для нафса. Седьмое. Один из ученых-богословов отметил, людей, произносящих «ля-илляха илляллах» много, то есть мусульман, а искренних среди них мало. Восьмое. Также было сказано, если раб будет придерживаться искренности в поклонении в течение 40 дней, то у него в сердце появятся источники мудрости, которые перейдут на уста. Девятое. Один из благочестивых людей сказал, «Самая редкая вещь в дольнем мире — искренность. Сколько бы раз я ни пытался искоренить из своего сердца показуху в деяниях, но она вырастает в нем другим цветом». Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик —